вы гражданина откуда взяли? Не понял. Гражданин? Друг, что ли? Или пассажир? Пассажир. А как вы пассажира перевозите с национальным водительским удостоверением? Ну, такси, я понимаю. Вы не можете осуществлять коммерческую деятельность. Вы знаете об этом? Так, мы можем заказывать посредством приложения Яндекс, да? Ну да, да, да. Ну, Uber этот новый, который. Ага. Яндекс, Uber, оно одно. Да в курсе, что вы не имеете права заниматься перевозками пассажирскими без по вашему удостоверению водительскому. А мы договорили, когда вы приезжали в Россию? Давно в России? Да. Правила движения привыкли? Да, конечно. Я еще хочу учиться на применение российского права. Спасибо, вам нужно водить российское водительское удостоверение, вы да, знаете, да? А почему тогда вы поехали в Ростакси непосредственно вот уже с вашим? Вот, уже постепенно берем. Надо же учиться, правильно? Получается, данный гражданин, он гражданин Узбекистана, да, я понимаю? Да. Он по постановлению губернатора от 29.12.2018 года не имеет права управлять транспортным средством и особенно перевозить пассажиров. Понимаете, вы знаете, это идет запрет. Вы об этом не знали. Конечно. А что за надпись у вас на борту? Реклама. А реклама чего? Uber. Ну что такое Uber? Такси. Такси, а вы в такси работаете? Иногда работаю. Иногда работаете? Понятно. А пассажиры откуда у вас? Отвезет туда. Зачем? На адрес. На какой адрес? То есть вас заказали в виде такси отвезти на адрес, правильно? Да. А вы знаете, что с национальным водительским вы не можете осуществлять коммерческую деятельность по перевозке пассажиров? Да, я недавно начал. А как вы устроились на работу? Пришли в офис, написали договор трудовой и устроились. Как получается? Здравствуйте. Пару вопросов можно? Почему? А? Тут опаздывают. Я понимаю, что вы опаздываете, но я вам вкратце объясню. Гражданин с национальным водительским не может управлять. Если, не дай бог, что-то случится, вам к нему претензий не предъявить будет. Понимаете? Я понимаю, что вы можете опаздывать, но, к сожалению, он не может перевозить вас как пассажира. А вы заказ где взяли?